В свою очередь, американские военные сегодня заявили, что им, как сказано, с большой долей вероятности удалось ликвидировать в Сирии палача группировки ИГИЛ. Имя этого человека Мухаммед М'Вази, или, как его еще называли, Джихади Джон. Именно он на камеру убил в августе прошлого года американского фотожурналиста Джеймса Фоули, а потом многих других заложников. Ликвидировать боевика, как утверждается, удалось в окрестностях города Ракка ударом с беспилотника по зданию, в котором, предположительно, находился М'Вази. Между тем, подтверждена гибель еще одного палача, который подчинялся лично главарю ИГИЛ. Мухаммада Хамдуш сирийские военные уничтожили на днях, когда удалось снять блокаду аэродрома Квейрис в провинции Алеппо.